Приветствую всех, дорогие зрители и подписчики моего канала. С вами Владимир. И мы продолжаем проходить Европу 4 за инков. Почему Сицилия просит прохода? А, клянемся. Конечно же, соглашусь. Пропустить тебя. Проходи. Так, о, невая мощь генерала. Конечно же, качнем. Это нужное дело. Так, у меня есть куча дипломатов. Это на Англию клепать претензии. Этот. Сфабрикуем. Ленстер. Ульстер Мид. Давай на Ульстер. Пусть будет. А куда еще один? Ага. Еще один есть чувачок. Так, вот мы разобьем сейчас колонию самостоятельно. Так, отправляем дальше колониста. В принципе, закрываем понемножку так эти все белые пятна. Так, и дальше будем воевать, наверное, с Кациной. Дагомея, Фуа и Яо. Их союз. Где Яо? А, он там. Потому что надо вернуть провинции. Так. Колония объявила войну Карайбам, да, наша? Карайба сейчас воюет. Это очень интересно получается. Наши хотя бы смогут их набить. Начнется. Может, призовут нас хотя бы. Чтобы мы помогли им. Как-то непонятно, они так напали. Что мы разбили? Да вряд ли. Так, тут вроде бы нормально, беспорядков нет. А вот в Аране есть. Грузимся на корабли и везем их сюда. Или были? А, значит, можно пока не везти. Пока тут подождем. Вот этих надо грузить точно. И везти сюда. У нас претензия есть. Если мы объявим войну, эти ребята вступят против нас. Так, тут союз Дагомея, Фуа, Яо. А, Яо. Кацин. Тут еще можно будет объявить войну. Чей-то Клемсон, протекторат. Клемсон вступит в войну, а мы за нас в провинции Сангая повоюем. Как-то так. Так, хорошо, разбили крестьян. Можно возвращаться назад. Возможно, тут понадобится наша помощь. Ребята высаживаются. Куда? А зачем так высаживаться? Вот же можно зайти в порт и все. Блин, интересно. Так, союз заключили.
Террестор или союз? Ну ладно, пусть воюет. Может, что-то и отвоюет себе. Да-да. Тоже будет особая важность. Так. Там пусть воюет. Так, объявляем войну. Кстати, у нас сейчас, я хочу глянуть, 14% сверхоширения, ерунда, в принципе, можно. Можно нападать. Империализм. Давай империализм. Какая разница. Хорошо, соблюли. И мы сразу же наступаем. Так. Будем. О. Мося, а она что, вассал чей-то? Не понял. Кацина. Ладно. Сейчас мы разобьем. Тут цель. Сангаю дадим. Да, на осады. Сами пойдем сюда, в Кацины. Ты ж убежали. Идем отсюда. Сейчас. Так, уже мы нигде не пройдем. О, есть проход. Есть проход. Насау. Ятена он, да? У нас перемирие. А нет, у нас нет перемирия. Но дальше я хотел бы с Англией повоевать, честно говоря. Так, снижение годовой инфляции. Это прикольная штука. Сколько? 576. Нет, пока не надо. Такого счастья. Так, о, есть. Пополам. Идем в саванну. Видите, уже дольше надо крестить у нас. Давай, догони его. 20-го, 20-го. Отлично. И теперь можно 2000. Тоже две. Это еще сюда. 2000 сюда. 4000 сюда. Еще 3000. Куда? Тут. Делим пополам. Как-то так. Думаю, нормально будет. Сейчас всех возьмем. Неосадный генерал. Тут осадный. Как там наши осаждают? О, высадили уже десант хороший. Радует. Марокко кушает. Ну, пытается захватить Тлемсон. А с Тлемсоном уже воюет Сицилия. А, еще и с Венецией.
пусть воюют. Еще геотенгу. Сангай растет. Так, тут золотишко. А, нету золотишка, тут вот эти трубки. Надо бы тут не. Надо тут построить бы мануфактуру. Мне интересно. Это торговая компания, да? Да. Вот. Хряпнуть на слоновую кость. Так что на что? А, на Францию. Конго. С кем воюешь? Нет, я тебя не пущу. Наши захватывают. О, 20 тысяч высадили. Нормально. Еще. Бьют. Ох ты ж. США с Британией воюют. Ну. Да, у них союз. Ну. Франция скушает Британию. А, у них еще тут война. Одна такая небольшая. За Анжу воюют. Решили, видно, напасть быстро. Ну. О, это Яо напала на Агадес. После этой войны пойдем в Великобританию. Высадим тут где-то 3 армии наших. Можно будет что-то мутить. Кто у них в союзе? Генегал. Вот. Но это не страшно. Надо вот тут проверить претензии. Почти их не осталось, наверное. Есть. Так, а тут сейчас посмотрим. Ага, тут не везде. Тут еще нет. А тут пусть будет. Производит кофе, я не против. Так, надо будет еще с Португалией повоевать. Так, меркантилизм 1,25. Конечно же, меркантилизм это. Важная вещь. Но мы еще и претензии на них сделаем. Думаю, Сангай же заберет тут вот эти пробки. Угу. Что они тут? О, литовское наследство. Британия? Ну, что за литовское наследство? Ты Литву тут Казань пилит. Лидер Унии Бавария. Это Великобритания против Баварии воюет? Ух ты, ё, какая у них война. Вот это супер просто. Сейчас они вяжутся в эту войну с Кастилией. Свой флот немножко они разобьют.
И мы тут как раз. Тут как тут. У нас все армии задействованы. Все хорошо. Тут одна стоит. Надо ее дополнить. 18.36. Так, есть. Осада есть. 18.48. Угу, понял. Так. Вот так вот. А по лимитам что у нас? Можно еще одну армию сделать, но это немножко накладно. Так, есть, берем. Берем пробки. Хорошо. Мы же можем ей предложить вот этой Моси мир. Почему? Результат от присоединения белоцивилизации державы Моси. Не понял. Так, мы забрали уже. Ладно. Будем через Дагомею мириться. Подумаешь. Так, экспансионный бум. Кано. Ну, тут нам, наверное, более... Можно взять, в принципе. Время формирования полка, дипотношения. Глобальное торговое влияние неплохо. Не знаю, сейчас будет национализация. Как бы не хотелось тратить админ очки на это все. Карты наши воюют. Вот крестьяне устали. О, молодцы. А вот 16 тысяч стоит у Карайбов. Ну тут еще США блокирует их. Наверное. А, нет, смотрите, вон высадили. Перемирие, наверное, да. Вот тут крестьяне работают, так что корабам будет не весело. Один их не флот. Разбили его. Все. Да, Кастилия только. Ну, это большие тут просто провинции, так оно кажется. Так сама Корея кажется большой. Да нет, тут провинции такие не очень большие. Вот тут уже. А тут вообще неизвестно, что творится. В Китае. О, Виджи нет. Кастилия себе откушала. Персия сидит жирненькая. Так, а тут мы уже почти. Так, а тут что?
вернуть нас к провинции. Раз, 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 раз. Вот и так. Вот это все у нас провинция Сангая. Пока они не согласны. Тоже претензия. Можно отдать Сангаю. Сейчас, в принципе, захватим. Было 42%, это генерал, наверное, помер, видите? Взяли... Сейчас разобьют. Так, отлично. Взяли. Столицу не отдают. Можно выплату репарации с ним взять. Ну и в принципе хватит. Что денег у них много. Не особо. Но можно забрать себе. Думаю, нормально будет. Что там? 175 липучков. Ладно. Пусть будет. Отлично. Вернули нас в провинции. Так, с тобой. Согласна. Так, Гужан. А то Сангай заплатит. Можно даже себе немножко денег взять. Отправляем требования. Отлично. Кто-нибудь национализировать. Так, и... Сейчас вернутся дипломаты. А, они так считают, я национальный. Те воюют. Ну, пусть воюют. Тем, что осталось. Полоцк появился. Выделили из Литвы. Да, Литва была такой грозной силой. Ну, Ливонский орден еще. О, Гольштейн? Нифига себе. Так, а реформы как там двигаются? Там никак особо. И Франция вроде бы получает по мозгам. Да? Получают. Так, эти опять высаживают свою армию. Так, флот ремонтируется. Так. Хорошо. И тут мы присоединяем к себе. Там чуть-чуть на кого-то там капнет. Не страшно. Так. 60 линок. Ну и смотрите, видите, какая хорошая, в принципе, пробка. Неплохо развита. О, новую службу. Давайте. Сейчас качнем идею. То есть не идею, а технологию. Эффективность производства, а потом можно будет и идею.
В принципе, как беспорядки, если я армию уберу, что будет? Вот тут видите, все почти по нулям. Сингай теперь будет более сильной державой. Так, и мне нужен проход. Не даст. Бенин даст. Все, идем. Так, и вот так в армию перекидываем из Африки сюда. Так, второй флот забирает. Забираем сюда. Блин, большой такой флот у них тут стоит. Надо разбить. А сколько у Англии войск? Великобритания. Так, 43 тысячи. В принципе, это две армии может справиться. Сколько может содержать? 55 тысяч. Что у меня за задание? Что ли? Ага, Кевскар. Вот эту, мне кажется, правку. Да. Будем отбирать. Надо... Расчесывание бранцев. Так, и надо на Британию сейчас выковать. На МИД. Пусть будет претензия. Да, об обмане есть беспорядки. Тут натуваемся, надо будет тоже вот это побережье себе забрать. Вот. На Францию теряем претензии. Берег сломанной кости. Будет вот так вот. Ну, по торговле то у нас 18%, автономия тут как бы снижается. А не могут ниже 75 упасть автономия тут. Ну, давайте на торговлю еще хряпнем. Пусть будет. Заморские провинции. Так, а сколько нам... О, Сангай нас просто обожает. И сколько он нам платит? 5... А, нет, это наша колония платит нам. 5,6. Сангай немного пока платит. Надо будет еще адмирала нанять. О, у этих ребят тоже. Надо пока скинуть сюда и разбить вражеский флот. Потом еще 30 тысяч забрать. Думаю, 60 не хватит Великобритании. Они еще могут где-то у Кастилии высадиться. А может и нет. О, надо будет построить пару транспортников. Блин, 21 тысяча высадилась. Хоуме,
холмы. Построить тут транспортник. Тут 1000 наемников как раз будет достаточно. Так, и эта армия идет сюда. Стягиваем силы. Командир. Где? Где умер командир? Так, тут мы высадились. Сюда надо адмирала взять. Ну, хоть такой. Хоть такой. Так, тут британский флот еще стоит. Все объявим войну. Генегал не вступит за них. США. Чего? Займ. США не вступит пока. Тараска Татанаки помогут им, типа. Выступит против нас. Выступит, то выступит. Ладно, сейчас сделаем сохранение. Так, и объявляем войну. Стекая из этих полков пожирнее. Валийская марка, но вот это тоже. Вот, посмотрите, развито так довольно-таки. Ну, вот это более развита провинция. Он тоже у нас заморская, да? Угу. Ладно. Там за вот эту пробку воюем и объявляем войну. Повоюем немножко сейчас тут. Так. О, Кастилия тут пошла в гости. Бесплатную команду еще нужно нанять. Ладно, давай. Ух ты, ё. Какой классный командующий. Хорошо. Идем в гости. Надо еще пару наемников склепать. Побыстрее позахватывать вот эти кровки. Само тут делимся. Эта армия скоро придет. Кажется, вот тут командир умер. Да. Так что надо вот от этого забрать. Поставить пока сюда. Так, часть идет сюда, часть идет сюда. Я не знаю, где их не там армия. Начинаем немножко терять. Но у них нет адмирала.
что это мы теряем? Транспортные корабли. Вот это адмирал. Оу. Плывет. Но у них меньше линейных кораблей, чем у нас. Хотя таких немало. Но все равно, смотрите, раз начали терять. Да, мы теряем, но не так же. Фига себе. Костеля, ты не хочешь своих соседей подолбать? Почему такой низкий боевой дух? А-а-а. Из костеля еще влезет. Что им будет, не повезет им немножко. О, британский флот весь уничтожен, мы потеряли 37, но это не все наши части. Вражеских, часть кастильских. Таких у нас не было. 45 транспортов. Ясно. Так. Все на ремонт. Так. Надо будет отстроить. 21 транспорт и где-то 20 линейных. Шаблон. Так. Давай, 21 транспорт для одного флота. Двадцать линейных кораблей. Так, вот все это побережье. Так, провинции. Это может строиться в 30 провинциях где-то. Так, давай. Вот так вот как раз. Тут это будет все строиться. И второй флот надо будет тоже отстроить. 10 транспортов осталось. Ладно, тут тоже ж можно транспорты позаказывать. Так, вот наши. Сейчас пойдем разобьем. Так, эти убили назад провинцию. Ну, ничего. Так, тут наемники наши. Так,
Армия напополам. Не выдвигается. Вот это тоже напополам. И сюда. Вот эти. Тут, отсюда. Эти вот так вот. И вот так вот. Сюда заводим, будем осаждать. Ну туда я далеко не буду лезть, сюда где-то вот, мне кажется, есть какие-то британские колонии или нет. Странно, никто Австралию не колонизирует. Почему? Так, мы захватываем. Так, тут мы разбили. Молдавия сюда доплыла. Ничего себе. Вот этих ребят сюда. Сколько нужно особо? Будет еще нормально. Тут мы сейчас пойдем дальше. Захватывать. Уже взяли. Что-то они бегают, бегают. Армию высадил все-таки сюда. Иначе бы престиж от сухопутных сражений. Давайте возьмем. Все равно еще по времени отстаем. Иначе бы нас просто в море бы потопили. Все. И все. Так. А что США воюет с ними? Франция и Тоскана. С кем США воюют, что они приплыли? А, с Британией. Ух ты ж, тут португальскую Луизиану как покушали. Пошли, разобьем, потом вернемся сюда. Куда-то идут. Мы пока не знаем куда. О, 27 тысяч вижу. Надо будет разбить. Степи. Как раз у них генерал такой. Ну, такой. Это что такое открылось? Ага. Это Австралия открывается. Это столица, да? Да. Тут осаждают, мне кажется, крестьяне. И скоро они должны добиться своего. Что ослабят Карайбы. Так, будем атаковать. Наверное, надо. Вот еще восстанавливается после той жаркой битвы. Ну, адмирал у нас, видите, только мощь натиска и маневренность чуть-чуть.
Вот оно и получается. Так. Отправим сюда колониста. Эффективность торговли. Я подожду. Обновили беспорядки. Если это беспорядки, значит мы станем пока там. Ой, можно отменить проход тут. Или они сами? А, я вот тут просил проход. А тут надо будет проложить себе дорожку. Сделать претензию и пробить. И эту провинцию скорбить. Нашему вассалу. Как-то так. Так, сможем разбить или нет? О, Францию режут. Сейчас может ей надавать. Так. Попробуем разбить британские силы. Так, кто у нас там стоит? Защита крепости. Боевой дух, там можно было взять 10%. Ну ладно, попробуем разбить. Мехику взяли. Ух ты ж. Найденыши. Значит, надо еще наемников нанять. А, можно не нанимать. Выжили. 23 марта, 28, 24. Так, а в Корнуолле мы вроде бы разбили их, да? Хорошо, они отступают. Надо посмотреть, куда они отступают. Кастильская армия. Так, нет, ребята, вы идете сюда. Так что? С кем тут еще? А, Тараско. Надо будет разобраться. Эти отступают куда? Ну, не очень далеко, скажу так. Тут нанимаем наемника. Заберем тут островок себе. Так, куда? На флот. Что-то скрипать. Так, мы взяли. Хорошо. Тут мы осаждаем. И тут будем осаждать. Тут осадный генерал, то нет. А тут осадный генерал, и тут не могут взять. Быстрее, чем противники.
Удивительно. Так, есть Йоркшире, разбили. Идем вот сюда. Конфликт в бане. Так, есть. Взяли. Может даже уже блокировать. Что по армиям у них? Это у них еще есть одна. Одна армия. Я пока не знаю где. Так, взяли. То есть не взяли, а колонизировали. Ух ты ж. Что тут творится в Франции? Ж капец. Американцы, ну зачем вы туда лезете? Тут вот тоже. Может блокировать. Быстрее осада пойдет. Так, Португалию отправляем. Все работает. Дипломатик Фландрия. О, грузим. Заходим в гости. Так, идем вот сюда еще. Протекторат Великобритании. Им же хуже. Так, тут и взяли. Тут берем понемножку. Так, а у нас претензии. У нас вот так претензии идут, надо будет идти вот туда и вверх. Но Лондон, конечно, хотелось бы взять, это 31% аж. Это 31%. Так, строим транспорты. Хорошо. Оксфорд. Ладно, пойдем туда, пока может. Сейчас возьмем, наверное, туда Лондон. Оксфордшир. Переведем наш вход. Заблокируем тут. И пойдем вот так. Занимать пробки. Так, тут у нас претензий нет. Ой, чё ли? Надо делать. Опять.
мы взяли. А ярники тут не нужны уже. Засадный генерал, да, иди осаждай, раз такое дело. Так, мы пока тут разберемся. Так, еще взяли. Убираем. Там осаждаем потихоньку. Бенгалия в союз вступила с Кастилией. Так, угу. Туземцы симулируются. Так, ну давай-ка вот сюда вот этот транспорт. 5000. Куда-то бежит. Угу. Успеем перехватить. Хорошо. О, Арагорн видели. Сейчас почитаем, что там 12-е, 11-е. Я вспомнил. Так, уступит Камбре, Артуа, Шампань, Франция, Вермандуа, Бургундия, Шарай, Немур. Ух ты! Это раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Генегал, претензий, Пьемонт Савойя даст, Динкирия Бономанова даст, освободит Арагорн. Охренеть, вы это видели? Генегал. Да. Вот в Великобритании 24 тысячи тут гуляют. Пожалуйста, гуляйте там. Ускорены сюда. Теперь они не должны убежать. 14-е, 16-е не успевают. Так, это взяли. Хорошо. Нет, так куча не идти. Лучше идти вот. Сейчас в Лондон возьмем, а потом пойдем. Можно. А, нельзя наемником нанимать. Я забыл. Великобритания, кроме нас же, воюет еще. Да. Еще воюет. Две тысячи пушек. Ну, давайте их вот так разобьем и все. Да, конечно, Францию порезали конкретно. Что-то не помню, чтобы Авиньон был. Ну ладно. Такое. Рекорд опять выделили из Франции второй раз уже. Так. Так, есть смысл перевести его вот сюда. Быстро взяли. Идем туда, наверх. Так, советник помер. Так, на плюс 3 нам нужен. Стоимость стабильности.
у нас уже 20 тысяч есть. Это очень хорошо. Мы сможем... Так, оракульные предсказания. В принципе... Давай вот этот дешевенького. Престиж нам дал. Делим пополам. Идем вверх. На тысячу. Так, где он? Что, может где-то сверху быть? Надо будет очень внимательно за этим следить. Не знаю, где у них еще одна армия. Может где-то тут что-то осаждает у Кастилии. Ну, вряд ли. В принципе, никто тут не высаживался. Так, это построился мой форт. А нет, еще строится. Также еще должны строиться. Вот. Хорошо. И строится. Так, а я, пожалуй, тут закончу серию. Жаль, конечно, Индская Вест-Индия. Можем войну объявить. Канада вступит, Орегон, Гранада. США опять-таки не поддержит. А у них перемирие. И они еще и воюют до сих пор. Но флот у них такой хороший. Ну ладно. Продолжим в следующей серии пилять уже в Великобританию. А пока всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить пальцы вверх. И всем пока.